Ребята, всем привет, с вами Александр, на канале Линка Гейм, и у нас будет сражение с Колоссом, да. Но перед тем, как мы продолжим, в очередной раз напоминаю, что видео про динозавров переехали на канал Jurassic World.ru. Ссылка в описании, переходите, подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну, погнали. Так, я еще здесь не сражался, ну, половину уже больше набрали, но, мне кажется, не успеют набрать. Не успеют, потому что остался один день до битвы с боссом. Где здесь написано, когда она кончится? Вот, один день, один час. А, то есть, это, по идее, где-то за дня за два набрали 4 ляма. Так что, мне кажется, вряд ли. Ну, давайте посмотрим, какие сейчас у нас тут показатели. Так. Ух ты, ё-моё, как-то... Ну, не хотел нажать те кнопочки случайно. А, вот так надо было. Так. Водные. Давайте возьмем сейчас каких-то самых сильных пещерных. Да, пока есть таковая возможность. Так, Зуходус. Зуходус, ребятки. У меня еще нет 40-го Зуходуса. Его скоро сделаем. Давайте возьмем здесь 30-го Зуходуса. Вот, давайте Декодерму возьмем. А где Лептостега? А, Лептостега у нас не в этой стихии, да? Ну, и Тусатеутис мне нравится. Давайте вот так вот здесь посражаемся. Давай сейчас крокодила... Не крокодила, морф. Так, ну что-то подобное. Так, наш любимый Мегалодон. Военный мутант неубиваемый. Против махонького крокодильчика. Но у нас будет большими темпами расти сила нашего колосса. С каждым уровнем после смерти он будет становиться сильнее и сильнее. Ух ты, у него зрачки. Посмотрите на его зрачки. Они выпадают у него там, они болтаются. Блин, перестали болтать. А, во-во-во, начали опять болтаться. Смотрите, выпадает тупо из глаз. Ха-ха-ха-ха. Это мне прикольно было. Так, он еще пока нас не пробивает. Давай, так, у нас полосатенький такой. Так, крокодильчик, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, еле-еле пробивай его. Вот такой у нас крокодайл. Вот обратите внимание, глаза, как они выпадают. Они выпадают из орбит. Так, атака на 5. Ну, мы знаем, что здесь можно довольно долго сражаться с колоссом, если ставить защиту все время 3, да. Но нам это не прикольно, ставить постоянно в защиту. Мы просто так смотрим, как разные существа смотрятся на его фоне. Тем более здесь еще такие так красиво вот прорисованы существа вот на этом в таком сиреневеньким фиолетовеньком фоне. Вот они очень хорошо смотрятся. Вот какая яркая была у нас Декодерма. У нас сила удара одинаковая. Так. А-та-та. Давайте, раз, два, три. Раз, два, три. Давайте посмотрим, как у нас сейчас тут пойдет. 6, черт, мне пробьет. Не вовремя начал ставить 3, это надо с самого начала ставить 3, тогда можно здесь сражаться долго. Так. Ну, такое дело. Давайте сейчас мы еще разок сходим. Возьмем оставшихся пещерных. Ну, самых сильных пещерных возьмем. А потом уже перейдем к другим. Так. Ну, так давайте пойдем. Можно было Геликуса взять. Но это не суть важно. Так, Артакон у нас довольно живучий, посмотрим, что он там протянет, не протянет.
Так, ну вот уже, наверное, вот с этого этапа нужно вот ставить 3 в защиту, чтобы долго жить. Раз, два, три. Давайте будем смотреть. Глаз выпал только что. Это смешно. Вот так вот. Нет, что-то как-то перестало работать. 5. Но мы-то выжили. Но у него осталось 2. Давайте вот так вот сделаем. Он эти 2 поставил. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Атакует на 4. Ну, по идее, нет. Да, вот, вот, ну, вот так эта тема работает. Ты ставишь на 3. И ему можешь, короче, постоянно. Будет он будет тебя постоянно атаковать тоже на 3. Ты по одному баллу там сможешь собирать, как кое-как. Но это долго. Это неинтересно. Потому что не вижу никакого смысла пытаться пробить этого колосса очень далеко. Когда он появлялся первый раз, было интересно, да, до какого уровня можно дойти. А сейчас уже мы это знаем. Что никаких дополнительных призов за то, что ты пробьешь его там на 10, вам никто не даст. 6 в 4 пробиваем. Наверное, лишний балл потратил, но то не беда. У него было 8 баллов. Он протащил всего лишь на 2. Я правильно понял? Ну, давайте не атакуем, не будем ничего ждать. Ну да. Ну вот так мы, в общем, поглядели на шестерку самых сильных пещерных существ. Как там они? Гротовых. Гротовых. И суперудары мы получаем от колосса. Суперудар от колосса. А Бананагмеус похож на пиранью своими челюхами. Так, ну что? Так, следующие наши сражения будут уже идти самыми сильными. Сейчас давайте будем смотреть, кто там у нас на это годится. Так, нам что там насыпали пару генов. Будем уже сражаться с самыми сильными водными и потом самыми сильными пещерами. Ну, это, скорее всего, будет в одной серии. И это будет на канале Jurassic World.ru, ребята. Так что переходим, подписываемся и всем пока.